Бензиновый мотобур Denzel DX52 станет отличным помощником при строительстве, озеленении участка и даже на отдыхе. С его помощью можно легко проделывать отверстия в земле для дальнейшей установки опор различных ограждений или столбов, готовить места для посадки растений и, конечно же, вырезать лунки для зимней рыбалки. Мотобур состоит из нескольких основных частей – мощного двухтактного двигателя, стальной рамы, на которой расположены органы управления, усиленного редуктора и хвостовика для установки шнека. Стальная рама с удобными ручками позволяет надежно удерживать мотобур даже одному оператору, но при необходимости можно работать и вдвоем. Двигатель имеет рабочий объем 52 кубических сантиметра и обладает мощностью в 3 лошадиных силы. Вкупе с усиленным редуктором позволяет работать со шнеками диаметром до 300 мм. Универсальный диаметр соединения 20 мм позволяет использовать большинство шнеков и удлинителей, представленных на рынке. Благодаря конструкции двигателя мотобур можно использовать и хранить в любом положении. Топливный бак объемом 1200 мл имеет герметичную крышку, которая исключает разлив топлива при переворачивании. Доступ к воздушному фильтру осуществляется без использования дополнительных инструментов, что позволяет осуществлять его чистку даже во время непродолжительных перерывов в работе. Весь необходимый для обслуживания инструмент поставляется в комплекте. Два шестигранных ключа, двусторонняя отвертка, гаечный и свечной ключ. Также в комплекте емкость для подготовки топливной смеси, правильное соотношение бензин-масла в топливной смеси, залог длительной и беспроблемной службы двухтактного двигателя. Соблюсти верное соотношение помогут специальные отметки на канистре. Рекомендуемое соотношение бензина и масла в топливной смеси смотрите на этикетке применяемого масла. Если соотношение не указано, смешивайте масло и топливо в пропорции 1 к 30, 1 к 40.